У дагестанских животноводов в разгаре перегон скота на летние пастбища. Более 6 тысяч голов горной породы овец успешно перезимовали на зимних пастбищах и теперь возвращаются в село Тануси Хунзахского района. По словам сотрудников Минсельхоза, окот в хозяйстве также прошел успешно. Удалось сохранить более 90% молодняка. Животные в настоящее время уже прошли вакцинацию, процедуры стрижки и кубки. Как правило, перегон занимает около 12 дней. Идет очередной перегон овец. Как видите, зимовка у нас прошла удачно, без потери поголовья. Была даже возможность помочь некоторым хозяйствам, отношения сена и то другое.